Это и есть родители Омера? О, ужас. О чем вы? О чем вы говорите? Мумтаз? Мумтаз, бей, скажи, что происходит. Я спрашиваю тебя, что случилось? Мумтаз? Мой брат убийца. Что случилось, Мумтаз? Мумтаз, бей. Не своди с них глаз. Занимайся этими делами в другом месте, Али. Я не хочу видеть здесь оружие. Закрой глаза. Мы идем на охоту. И в чем провинился бедный зверь? Он вошел в мои владения. Это имеет отношение к нашему игорному бизнесу? Это мы поймем позже. Подожди, я принес тебе отличные новости. Мэрт опубликовал статью. Это отлично. Омер снова нас спас. Здесь говорится о письме. Омер написал ему письмо? Это письмо является нашим гарантийным письмом, Али. Исповедь Омера написана им собственноручно. Он снова спас наши жизни, да? Заткнись. Что? Нет, я не тебе. Почему он это сделал? Ему было стыдно. Почему? Он ведь ничего не делал. Ты не стыдишься того, что делаешь сам. Ты стыдишься того, что другие думают, что сделал это ты. Сам подумай. Убийца не испытывает стыд. Но стыд делает человека убийцей. Джингис, все-то ты знаешь, идиот. Этот урок ты освоил, племянник. Какой урок, дядя? Держаться подальше от всех, кто любит меня? В жизни бывают такие моменты, когда что-то нужно сделать. Но чтобы сделать это, надо непременно остаться одному. Одному. Тогда скажи, дядя, каково это знать столько, сколько знаешь ты, и быть совершенно одиноким? Племянник, одинокий человек рассказывает кому-нибудь о своем одиночестве? Нет, не рассказывает. Одиночество – это лишь мгновение в жизни человека. Так просто это не понять. Одиночество – это большая ложь. Одиночество сковывает. Одиночеством ты не можешь ни с кем поделиться, а если поделишься, это уже будет не одиночество. Сейчас они будут здесь. Теперь последний урок. Слушаю, дядя. Нет, нет, нет. Время, когда я учил тебя, прошло. Ученик стал учителем. Это я тебя слушаю, племянник. Но говори. Что мне надо делать, учитель? Дядя? Говори, учитель, говори! Что мне надо делать? Тебе надо уйти. Почему?
Али преследует тебя. Али взял след. Теперь он не отстанет. Он найдет тебя. А если он найдет меня? Если он найдет тебя, это значит, что он найдет и меня. Чтобы не подвергать меня опасности, ты должен исчезнуть. Дядя, внутренний голос говорит мне не останавливаться. Племянник, в жизни бывают такие моменты, когда что-то надо сделать. Но сделать непременно в одиночку. Дядя, мы видимся не последний раз. Ты меня понял?